Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Приговор в отношении бывшего главы города Кирова оставлен в силе. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Апелляционная жалоба на приговор была рассмотрена 13 марта. Решением судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда приговор в отношении бывшего главы города Владимира Быкова оставлен в законной силе. Напомню, Быкова приговорили к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы и штраф в 3 миллиона рублей. Он был осужден за пособничество в мошенничестве. Речь идет о хищении денег автотранспортного предприятия. Экономика. В Кировской области снизились цены на куриные яйца. Падение составило 11,5%. Также упали цены на другие основные продукты питания, такие как мясо кур, свинина, говядина, гречневая крупа, подсолнечное масло. Информация об этом была озвучена на заседании рабочей группы по мониторингу цен в Кировской области. В конце прошлого года цены на яйцо значительно выросли. Рентабельность увеличилась почти в 3 раза, а затраты на производство оказались ниже, чем в прошлом году, рассказал зампред областного правительства Юрий Терешков. Цитирую, «Наша задача – такие факты не допускать, реагировать на них», – заявил зампред. Для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продуктов с организациями розничной торговли подписан меморандум. Торговые организации взяли на себя обязательство делать минимальную наценку на такую продукцию. В эфире «Экономика». На ремонт площади у филармонии в Кирове готовы выделить 49 миллионов. Такова максимальная цена контракта. Конкурс на поиск подрядчика, который приведет площадь в порядок, появился на сайте госзакупок. Заявиться на участие в торгах можно до 29 марта. Победителя конкурса определят 3 апреля. Ему предстоит разобрать и вывести старые гранитные плиты, бордюры, поменять покрытие площади, обустроить газоны, высадить кустарники, установить скамейки и фонари. Завершить все работы нужно до 1 августа. После ремонта на площади установят памятник Александру Невскому. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».